Президент России так и не прибыл на саммит в Гамбурге. Его текущее местоположение неизвестно, и никто не знает, как это скажется на мирных переговорах. Похоже, Макаров сделал свой ход. Если он вернулся в игру, он хочет, чтобы об этом все знали. Где начнем охоту? В Африке. Макаров использует местных боевиков для перевозки грузов в Сьерра-Леоне. Оттуда они через Марокко идут в Испанию. Он идет на север. Прямо к порогу Ее Величества. Что это за груз? Я не знаю, но он для него важен. Он нужен мне. Можем подобраться по реке. В лагере есть фабрика, возможно, они хранят грузы там. Но эти ополченцы учиняют геноцид в горах уже много месяцев. Они будут повсюду. Макаров не допустил бы этого, не служа на какой-то важной цели. Скорее всего, ублюдок будет там, чтобы следить за всем лично. Если он снова в игре, значит, мы тоже. Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики. С вами я, Антон, и я продолжаю проходить Call of Duty Modern Warfare 3. Сегодняшняя миссия называется «Снова в игре». Мы находимся в Сьерра-Леоне, Африка. А здесь находится крупная партия неизвестного груза, которая очень важна Макарову, и, скорее всего, этот ублюдок будет здесь, чтобы следить за всем лично. И нам нужно будет его подловить. Готово. Кстати говоря, Соуп уже на ногах, уже бодрячком. И он снова в строю. И это не может не радовать. Из оружия у нас М14 с очень мощной оптикой и глушителем. Также есть автомат Калашникова с коллиматорным прицелом. И глушителем. Прервался я, чтобы убить вот этих вот боевиков, которые тут мирных жителей сжигать собрались. Но я их вовремя вынес, и они тревогу не подняли. Вроде бы всем. Отлично, чисто сработано. Эти ублюдки прямо живьем сжигают мирное население. Я не знаю, каким надо быть извергом, чтобы так делать. Но, слава богу, эти ублюдки мертвы. Да. Жаль, конечно, но мы никак не сможем помочь этим ребятам. А поскольку если мы начнем стрелять вот в этих боевиков, нас заметят ребята на пикапе, а также бойцы внизу. Поэтому это явно не вариант. У них численное преимущество. Так, ну слава богу, патруль прошел мимо и нас не заметил. Постойте. Да, вот еще ребята идут. Сейчас бы мы на них резко вылетели и получили бы. Просто идеально отработали, ребята. Вообще, обожаю автомат Калашникова с глушителем в Modern Warfare 3. Это просто мое любимое оружие. Всегда ищу на уровнях
чтобы побегать именно с калашом, с глушителем. Не знаю почему, но мне реально дико доставляет. Ну ты прайс даешь. Просто обработал по красоте этого чувачка. Да, вон уже и фабрика виднеется. Понял. Привет, парень. И пока. Отлично, у нас просто идеальная снайперская позиция. С просто шикарнейшим сектором для ведения стрельбы. Ах, черт. Резко я дернулся. Есть! Одной пулей двоих! Прорываемся. Вот это я понимаю. Винтовочка так винтовочка. Ну, я думаю, не надо объяснять, с какой части колды сперли идею для этой миссии, и даже с какой конкретно миссии сперли идею. Вы уже не маленькие и сами все понимаете. Так. Мы в засаде. Попалили нас конкретно. В общем-то. Так, а вот теперь можно бежать. Вынесли ребят, которые прятались вот здесь. И можем идти. Вот паскуда. Все, готовенький. Ох, просто калаш тащит. Калаш рулит и разруливает. Так. Обана. Обана. Вот ты-то, парень, мне и нужен. Вот твой винчестер. Модели 1887 года. Мне очень даже пригодится. Так, обработали мы, ребят. Теперь можем подходить ближе. До свидания. Ах, черт. Прайса задел. Стоп, 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 стоп. Парнишка вообще дикий. Ни хрена себе. Ну ты, Прайс, вообще просто сегодня в ударе. Так, небольшой паркур. И ребята готовы. Да, к сожалению, наша экскурсия на фабрику не увенчалась успехом. Макарова там нет. И это еще и оказалась засада. Поэтому нам нужно отсюда делать ноги. И побыстрее. А-а-а! Говнюки приехали. Ох, я чувствую себя просто Рэмбо. Натуральным Рэмбо. Разработчики, видимо, и подразумевали то, что это такая небольшая отсылка будет к фильму. Так, противники на 12. Ой-ой-ой-ой. Вот ребята еще идут. Радует то, что у пулемета нет индикатора перегрева. И то, что не надо следить за тем, чтобы пулемет не перегрелся, не заклинил. То есть можно стрелять и стрелять. Так, ребята еще идут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот это уже из минометов отработали по нам. Да тут вся чертова Африка, я бы сказал.
Бежим, бежим, бежим. Ох, ничего себе. Ну ты, Соуп, красавчик. Так, быстренько, быстренько, быстренько. Готов. Готов. Ребята на крыше. А, теперь понятно, откуда по нам сандалят. Вон он. Стоит миномет. На башне. Понял тебя, Прайс. Наводимся. Есть! Точное попадание. Готово. И еще держите. Лови. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята нехорошие приехали. Да, я тоже думаю, пора валить. А вот и боевички. Боевички, боевички. Хобана. Быстренько. Главное вовремя запрятаться. Поскольку ребята нас ждут. И у них какое-никакое, но все-таки преимущество. Аккуратно. Надо действовать аккуратно. Держим. Держи. Спокойной ночи. Отлично, это был последний. А вот и еще пришли. Блин, в каждом чертовом доме. В каждом окне. У меня такое чувство дежавю, как будто бы я снова вернулся в Modern Warfare 2, в бразильские уровни. Когда за... Черт, надо бежать. Все-таки не успел я сныкаться. Игорнюки меня положили. Ну, я, как и говорил, уровни очень похожи на бразильские из второй части. Просто практически один в один. Я имею в виду своей структурой. Тоже в каждом окне, за каждым углом, сидит по какому-нибудь говнюку с автоматом. Вот, например, притаились. Падаем, ребята. Вот красиво упали. Тут не могу не согласиться. Нет. Да как же так, ёлки-палки. А что эти два дебила делали? О, да. Замечательно. Просто шедеврально. Зря я снайперку выкинул. Сейчас бы она мне пригодилась. Сидел бы как... Кемпераст. Издалека бы. Валил этих говнюков. Так, ну, больше на эту... Удочку мы... Не поймаемся. Теперь будем мрази издалека вочить. Так, вижу твой череп. Давайте на упреждение. Все чисто. Да ладно. Не шуткуешь.
Да ё-моё! Что же вы делаете? Ребята! Привет. Да я и так бегу со скоростью света. О, еще и собачки. Правда, это не собаки, это почти гиены. Готово. Все. Ну да, в принципе, это и есть такие шакалы, гиены. Не особо разбираюсь. Да-да-да-да-да. В местной фауне. Готов. И вот ты, говнюк, был последним. Разведданные. Как думаете, что забрал Макаров? Вот найдем гада, сами у него спросим.